ПАО «Дорогобуж» – крупнейшее промышленное предприятие Смоленской области. Компания входит в группу «Акрон» – одного из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. По итогам Всероссийской премии «Производительность труда. Лидеры промышленности России» в 2017 году ПАО «Дорогобуж» заняла 14 место среди 70 предприятий химического комплекса Российской Федерации и первое место в рейтинге промышленных организаций Смоленской области, также в группе компаний «Химпрома». 2018 год стал для ПАО «Дорогобуж» одним из самых успешных в истории предприятия. В этом году было выработано порядка 2 миллионов тонн товарной продукции. Это 1 200 000 тонн аммиачной селитры и около 700 тысяч тонн нитромафоски. ПАО «Дорогобуж» производит более 20 видов химической продукции. Ассортимент включает аммиак, азотные минеральные удобрения, а также продукцию органического синтеза и неорганической химии. Минеральные удобрения играют первостепенную роль в сельском хозяйстве. Для оптимального роста и развития сельскохозяйственных культур необходимо максимальное обеспечение растений элементами питания. Важным их источником являются минеральные удобрения. Все агрохимикаты, выпускаемые на предприятии, успешно прошли процедуру государственных регистрационных испытаний. Полученные экспертные заключения подтверждают высокий уровень качества и безопасности продукции ПАО «Дорогобуж». Высока и эффективность применения удобрений. Действующая на предприятии система контроля качества предусматривает использование прежде всего сырья и материалов, прошедших строгий входной контроль. Все технологические процессы находятся под круглосуточным наблюдением персонала и аккредитованной лаборатории. На предприятии внедрена двухступенчатая система контроля качества выпускаемой продукции. Показатели качества продукции контролируются как на стадии наработки ее, так и на стадии отгрузки потребителю. Ну и в процессе производства готовой продукции публичное акционерное общество «Дорогобуж» стремится обеспечить ее качество, соответствующее имиджу предприятия и требованиям и ожиданиям наших потребителей. На долю ПАО «Дорогобуж» приходится свыше 5% российского выпуска минеральных удобрений. При этом компания является ведущим экспортером Смоленской области. Продукция отгружается в 28 стран мира и 63 региона Российской Федерации. Приоритет отдается поставкам на внутренний рынок, в том числе и смоленским аграриям. В 2019 году завод включил «Зеленую улицу» для местных сельхозтоваропроизводителей и организовал ускоренный пропуск для их автотранспорта на предприятие. Минеральные удобрения смоленские фермеры получат вне очереди. Ежегодно предприятие оказывает благотворительную помощь нашим сельхозпроизводителям. В 2018 году было отгружено 1275 тонн удобрений. В этом году, значит, по обращению губернатора Смоленской области Алексея Островского на период подготовки и проведения, значит, весенней посевной кампании мы организовали первоочередную приоритетную отгрузку, значит, дороговузских удобрений для смоленских сельхозпроизводителей. Градообразующее предприятие вносит весомый вклад в развитие Дорогобужского района. Ежегодно заключаются соглашения о социальном партнерстве между ПАО «Дорогобуж» и администрацией муниципального образования. Средства, выделяемые предприятием, идут на финансирование проектов в области образования и жилищно-коммунальной сферы, в том числе ремонт и модернизацию сельских и городских школ, детских садов. В 2018 году компания направила на социально-экономическое развитие региона более 19 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона рублей в рамках соглашения о социальном партнерстве между предприятием и районом. Инвестиционная политика ПАО «Дорогобуж» направлена на последовательную модернизацию производства. В 2019 году на предприятии продолжается масштабная реконструкция производства аммиака. Ожидаемый эффект от реализации проекта составит 20% увеличение выпуска синтетического аммиака. Таким образом, ПАО «Дорогобуж» полностью обеспечит себя сырьем для производства минеральных удобрений.